Очень важно также знать нашу божественную природу. Мы от Бога, мы чистые, светлые сами по себе. Это про душу, про человека. Это про душу песня, про душу. Мы такие внутри. Душа такая вот, она высокая, чистая, добрая и так далее. Тоже надо это знать, что все люди такие по природе, очень чистые, светлые. Поэтому вы говорите, ну не мой муж, да? Что вы не видите глубины, не знаете, как эту глубину увидеть. С помощью служения. Когда ты настраиваешься на чистоту, то есть служа ему, ты в нем начинаешь постепенно пробуждать благодарность. И эта благодарность, видя ее, ты начинаешь видеть в нем хорошее и таким образом формировать отношения любви. Потому что каждая семья, она сначала попадает в океан корысти. То есть влюбленность сама по себе, влюбленность, вот это «Чими, чими, а ча, а ча». То есть вот эта влюбленность, о которой поют песни все, это корысть, сильная корысть. Когда люди просто на основе влюбленности сходятся вместе, и они думают, что это и есть настоящее, они таким образом очень сильно попадают в сильные страдания, потому что каждый человек корыстен по природе, и каждый хочет наслаждаться любовью. И это сильное желание, жажда наслаждения любовью создает скандалы, раздоры, трудности в семье. У каждой семьи есть такая проблема. Просто есть более деликатные люди по природе, и они как бы не хотят таким своим близкого человека видеть. И стараются как бы делать правильно просто из-за своего воспитания. И такие семьи лучше живут. Но в основном люди очень сильно страдают в личной жизни, потому что попадая под влияние влюбленности или желания счастья от человека, они таким образом разжигают в себе алчность или вожделение. То есть желание корысти. И тогда начинают скандалы и раздоры у всех в жизни. И ты перестаешь видеть в человеке что-то хорошее, думаешь, я ошибся в этом человеке, я зря его полюбил. Ты не ошибся, и не ты полюбил, это Бог дает любовь человеку. Сначала же он не таким был, он был чистым, светлым, хорошо себя вел. И ты вдохновился из-за этого, или вдохновилась. Но потом нужно перестроить отношения. Нужно начать служить человеку, заботиться о нем, не обращая внимания на его корысть. И постепенно он станет благодарным и начнет настоящая любовь в отношения входить. И тогда счастлив человек становится. И чудо происходит. Человек, который я думал, что меня будет мучить, он оказывается хороший. Это чудо. И ради этого чуда мы живем на этой земле. Мы должны все этот подвиг почувствовать души, что она способна человека принять, простить и увидеть его душой, хорошим, способным. Мы способны на это.